Всем привет, меня зовут Павел, и я продолжу проходить операцию Flashpoint и компанию книг «Красный молот». В этой серии нам надо будет атаковать вражеский конвой. Я на самом деле эту часть миссии вообще не сильно очень помню. Ну, вообще не помню, что ж тут таить. Так что это будет практически слепое прохождение. Так, из оружия у нас... вообще ничего нет. Трубу, наверное, я у него забираю. Да, хотя бы один выстрел я себе заберу. Потому что больше ничего нет. Так, ладно. Здесь пластит пусть таскает. Все, да? Ну ладно. Что, поехали? Угу. Тут нифига нет. Тут тоже. А, нам идти. А, так, ну нам надо на север идти с отрядом Ивана. Ладно, идем на север. Так, где у нас там компас? Че, у меня компас не открывается? Примерно туда. Это, как я понял, да, это госпиталь. А может мне стоит сейчас заглянуть в госпиталь сначала? Хм. Почему мы так близко находимся к нему? Вот сюда, да. Ладно, заглянем туда сначала. Может там есть оружие побольше. Кстати, машины какие-то катаются. Мне вот не нравится, что вертушка висит где-то у нас над головой. А, ну я что-то начинаю припоминать. По-моему, здесь будет очень много патрулей ходить. Да, именно так. А у меня АКСУ, это означает, что я с ними сражаться вообще не смогу на больших дистанциях. Во. Черт. Как-то я выскочил прям на них. Неудачно. Ладно, будем валить М113, будем валить пехоту. Выбора нет. Так, где там у нас М113? А, она в конце леса, на севере, понятно. Все, я вспомнил эту миссию. Ну, частично. Я бы не сказал, что она будет легкая, но доставит определенное количество проблем.
Так. Тут я вот думаю, где-нибудь РПГшник-то есть. Там кто-то ползет, что ли? А, о, машина едет. МС-13. Ладно. Надо будет трупу сейчас обшмонать. Он же где-то здесь. А, вот он. У него М60. Да, М16. М16, и все, больше ничего нет. Ну ладно. А где стоят остальные убиенные? Так. Нет их здесь. Кого, значит, мои стреляли, я так и не понял. Тот отряд-то я помню. Из двух человек. Ну, тут только один. Где еще один? Не. А может плюнуть на это дело? Ладно, идем на север. К черту, идиотов. Тут еще Блэкхок летает. А, это просто столбик. Я уже испугался, думал там. Так, встать. Six o'clock, officer, 50. Six o'clock, enemy, machine gunner, 50. Six o'clock, soldier, 50. Надо торопиться. Ten o'clock, enemy, machine gunner, 100. Я в лесу не люблю эти все столкновения. Они, как правило, плохо заканчиваются, эти все столкновения. Там один кто-то живой был, он бежал. Валите его, а. А, нет, я его завалил. О, слушайте, это подарок судьбы. Дилемма. Так, сейчас мы сделаем по-другому. Так, так. А, взять РПГ 72, М72. Отлично. Так, второй. Ты бросай его. И второй. Передействие 6. Взять РПГ 7. Сейчас будем с РПГшками ходить. Так, что у нас там по боеприпасам у наших? Что-то как-то вот у этого вообще совсем плохо. Ну ладно, мы с ним поделимся потом. Ну все, нам боеприпасы дали, можно не ходить в этот госпиталь сразу. Можно сразу дуть на встречу с отрядом Ивана. И заниматься этим конвоем. Я уж думаю, 4 выстрелов хватит. Ну, 3. Того и тот выстрел я не считаю, он так,
на всякий случай. Вероятность того, что мой бот выстрелит с первого раза прямо в яблочко, очень низкая. Едет М113, я ее слышу. Так, какие-то палатки стоят. Опа-на, это что? Это М113. И она, судя по всему, не занята. А вы думаете о том же, что и о чем и я? Так, все мои ждите здесь. А я... 9:00, ABC 200. Да, я знаю, что там БМП. М113 едет. Сейчас мы захватим М113. Правда, она битая, по-моему. Ну а вдруг? Вижу двоих. Так, это пусть укатывается. Так, раз, два, так, экипаж. Еще двое. Я думаю, стоит перебить первым экипаж. О, там еще ящик с боеприпасами. Черт, какого я сказал? Я сказал всем лечь на землю. Так, это уже... Опа-на! Вот все это происходит из-за того, что какой-то придурок решил прогуляться. Got it. 12:00. G200. 2. Report status. 12:00. Enemy. G200. 12:00. Enemy. Truck. 200. Oh no. 2. Is down. Это плохие. Плохое, плохое, плохое. Вообще все плохо происходит. Все, да? Охренеть. Все очень плохо. Нафига я сюда сунулся? Ладно. Я еще ранен, одного потерял. Я дурею с этих русских.
А все из-за того, что... Так, это уже интересно. Надо М16 брать, короче, и не мучиться. Все, хватит АКСУ. АКСУ она слабая. Хотя тихая. У них здесь медик есть вообще? Или какая-нибудь палатка там? Походу нет. Так, 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 аккуратненько. У тебя что есть? Миномет. В каком ты состоянии? Понятно. Состояние фиговое. Так, это не входная палатка. Слушаю, М113 едет. Надо бы ее встретить. Ой, не бинокль, не бинокль, М72. Я так чувствую, эта миссия растянется на две серии. Так, она с дороги едет, что ли, там? Да-да-да-да-да. Да, вон она, катит. А где мои? Я надеюсь, М113 их не увидит. Давай. Four, Delta, Hotel 2, 9, M113, 100. Ну вот. Я где-то слышал снайперский огонь. То есть где-то тут снайпер валялся. Нет, это не снайпер. Так, все, наверное... А, вы смотрите. Они теперь меня ожидают. То есть они сначала приперлись ко мне, а теперь ожидают. Вот свиньи. Ясно. А где же был снайпер? Я отчетливо слышал М21. Ладно, боезапас пополним. Может, у тебя? Нет. Так, радио тут. Вообще странно, где этот снайпер? Я так и не понял. У всех обычные стволы. Ничего необычного. Ну, за исключением подствола. Так, этого я уже смотрел, да? Да-да-да. Еще где-то здесь были двое. Они, надеюсь, убежали. О,
o'clock. Enemy. Soldier. 100. Так, третий, садись. У нас есть 4 джип. Джип 3, наверное. Нет. Джип 4. Нет. А, джип с пулеметом же, господи. Стрелком. И, блин, вы... Третий, наверное, да-да-да. Третий действие. Поведение, встать, чтобы побыстрее. Я думаю, тут стоит взять пулемет. Такую толпу. Да, пулеметиком сейчас их всех покусим. Так, ладно. Они куда идут? Надо отдышаться. Пока я отдышусь, они уже уйдут. Поэтому догоняем пулями. Так, решили обойти меня? Нифига. I got it. Сейчас самое фиговое, если они убегут. Они потом вылезут в самом неподходящем месте. Так, что мы имеем? Надеюсь, он мертв. Чего бы это? Вот теперь он готов, похоже. Да. Так, эти готовы. Ну все вроде бы, да? Можно брать джип и ехать на встречу с Иваном, как я и собирался. Только сначала заберу свое барахлишко. Так. Четвертый. Сесть. Джип, джип. А что, сюда не хочешь залазить, что ли? Брезгуешь? Идиот. По-моему, это четвертый был. Да. Это был четвертый. Так, в кузов, да? Roger. Давай, давай, давай.
давай. Завайся. Может, это мы уничтожили тот конвой, который надо было уничтожить? Ну да ладно. По крайней мере, у нас есть чем теперь ехать и мочить в госпитале гарнизон. Так, четвертый. Так, все, ладно, меня ждать здесь. Я пойду с вами встречусь, где бы он там ни был. Надеюсь, у них есть медик. Не понял. Отряд Ивана. А он, наверное, уже удул вперед. Хе-хе. Ладно. Сейчас найдем. Похоже, вот тот взрыв, это и был как раз конвой. Да, похоже на то. Ладно, четвертый есть джип с пулеметом. Так, кузов. Похоже, они уже начали атаковать конвой, да, то есть. Я даже не знаю. Ну ладно, объедем. Сейчас Милкс в наглую заедем прям с парадного входа главного. Ну если все так гладко идет, то я думаю, миссию выполним за одну серию. Ну, здесь же все мертвые, да. И это не похоже на тот конвой. Сейчас сначала проведаем отряд Ивана. Если они живы еще. Странно. Они должны быть где-то здесь. Или в лесу. Но их нет. Это очень странно, как минимум. Так. Roman to Ivan. We are in position in Mo. Over. Как интересно. This is Ivan. We see you. We're east of the town. Over. Get in position. The troop convoy will be passing through here soon. We'll take the west. You set up in the east. Roman out.
go ahead and radio back when I see the convoy. Я вообще совершенно не помню этот момент, что... Хм. Странно. Надо было, наверное, в госпиталь заглянуть. Что-то мне подсказывает, что мы не сможем сейчас продолжить. The convoy has passed. It's coming your way. Roman out. This is Roman to Eagle. Roman to Eagle. Agent, copy. Over. This is Ivan to Roman. What is the problem? Over. Hold fire, Ivan. There's been a mistake. This is Eagle to Roman. Is the target destroyed? Over. Intelligence was wrong. This isn't a troop convoy. It's civilian. Over. Negative, Roman. That is your target. Two trucks of civilians. Who gave this order? General Gubar himself. Now take out those trucks as ordered. Eagle out. Van here. We see the convoy. Ready to attack. What? No, no. There must be some mistake. They're just civilians. Понятно, перебили конвой с гражданским. Wait, please, don't shoot. Там впереди, вдали, что-то маячит, бегает. Видимо, недобитый солдат. Начинаю припоминать этот момент, да. Странно, почему я его забыл. Ну ладно, поехали дальше. Ага, еще сразу без всяких катсцен. Ладно, давайте на этом прервемся. Продолжим в следующей серии.